Уж хитро как Вадим сыграл. Мог забить теоретически. И еще один бросок, но ловит на себя армейцы. А тут выход один на один. Может быть, и момент — это гол. Они забивают. Сергей Плотников, 4-3. Переиграл он Еременко в этой микродуэли. В каком же порядке, конечно, ЦСКА? Вроде сейчас армейцев поджали. Но вот все спокойно, даже вот Шипачев, он все бросал с острого угла. Но и тут заблокирован бросок. И дальше сразу передача туда. Плотников-то побежал, а там длинная позиционка была у динамовцев. И этот пас, я так понимаю, что делал Каменев.